Запись камеры пошла? Да. Началась. Хорошо. Запись. Пошли проверять дом. Так. Сказали, это дом одного из пропавшего человека, да? Да. Хорошо, записывай его пока. Тут все позаписывай. Сказали, тут за домом что-то особенное. О, иди сюда, я нашел кровь. Так, вот записывай. Тут будто его несли. Потом его опять несли. Тут он, походу, попытался убежать. Смотри. И все. Как странно. Может, его закопали? Проверим? Да, пожалуй, необходимо. Нет. Нету никаких следов. Не наблюдаем. Вообще нету следов. Я думаю, необходимо закопать сделанную нами яму. Да. Так. Хорошо. Пошли проверим дом его друга. Тут мы ничего не обнаружили. Кроме следов крови. Да. Так. Ой. Идешь за мной? Камера в руках, все. Да, я снимаю вероятный путь. Странно, тут ничего нет. Кроме кровати. Кроме кровати и местных жителей, чересчур любопытных. Да. Хорошо, подожди пока тут, я раздобуду у кого-нибудь информацию, где они раньше жили. Хорошо. В таком случае я продолжу видеосъемку дома изнутри. Хорошо. Спасибо за информацию. Этот дом. По-моему, нет, не тот дом. Простите. Так. А вот этот колодец. По-моему, вот этот. Нет, не этот дом. Какие тут все одинаковые дома. Тоже не тот. Так, ты все записал, то, что было внутри, снаружи? Да, я весь дом обошел полностью. Так, даже передвинул кровать проверить. Да, я посмотрел на всякий случай, может быть, что-то под кроватью или под полом спрятано. Ну, я, кстати, снимал часть досок. Понятно. Информацию я узнал о них. Они до этого жили тут сначала, а потом жили на ферме. Но мне показали путь. Но вот он. Пошли за мной. Ты начал запись, да? Все записывается? Безусловно. Хорошо. Все вплоть до возможных путей их движения. Так. Смотри, тут какие-то тракторы. Не знаю, рабочие, не рабочие. Вероятнее всего нет. Тут дерево уже даже в доме. Судя по всему, тракторы рабочие. Это я как эксперт говорю. Понятно. Да. Так, хорошо. Давненько здесь никто не жил. Да. О, нам повезло, тут Ляна есть наверх. Так, ну тут особо не походишь. Тут все очень сильно развалено. Так, ну, да, тут ничего нет. Ты пока что записывай все, что видишь. Все полностью записывается. Ага. Надеюсь, что-то интересное расскажешь мне. Аппараты еще рабочие. Лишь яблоки тут какие-то. Дисок тут не какие. Заброшенные. О, молоко. Я молоко нашел. Еще не прокисло? Походу прокисло.
Значит, стоит уже дня 3, не меньше. Ну, раз уж в ведре, то да. Значит, тут кто-то еще недавно был. Наверное, другие фермеры. Потому что, как ты видишь, все животные живые. Да, их кто-то кормил. Впрочем, сейчас тепло, лето. Им есть что покушать прямо на полу. Угу. На земле? На земле бы, конечно. Ты камеру установил? Да. У тебя сколько еще в запасе? Не меньше 18 часов по записи. Хорошо. Что ж, я думаю, нам пора на боковую. Да. Пожалуй, согласен. Прямо здесь останемся? Ну, лучше нет, конечно же. Но... Да, лучше нет. Пошлите пока в деревню. Может, найдется для нас свободное место. Так... А основная камера работает? Да. Хорошо, вы можете ее куда-нибудь положить пока. Ну, а можете отключить запись. Я просто остановлю запись. Данный Хорошо. Момент. Да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Просыпайся. Доставай камеру. Пошли проверим, как там дела в доме. Так. Тебя послышали ли жители, что-то там говорили? Пошли за мной. О чем вы разговариваете? Да, о чем? Мы недавно на ферме слышали страшные звуки. В этой ночью. Ага. Так, пошли на ферму. Да, надо, пожалуй, пойти. Потому Тем более, что... камеру надо снять, просмотреть, что на ней было. Да, нам придется просмотреть пленку. Ты с собой взял этот компьютер? Да. Хорошо, ноутбук, проще говоря. Так. Меня смущает то, что ночью были какие-то страшные звуки. А тебя? В этом есть что-то странное. О, тут и курица снесла яйцо. Бывает. Так, ну, вас забирай камеру пока. Ну что ж, теперь, наверное, просмотрим запись тут или пойдем в привычный дом? Лучше пойдем в дом. На весу смотреть неудобно. Да, потому что я не собираюсь садиться на эти старые кровати. Походу, там кто там может жить? Кто-нибудь страшный там, не знаю. Какие-нибудь жуки-пауки. Потому что по дому это видно. Ну чё, достаешь ноутбук уже? Нет, если можно будет установить телевизор, лучше посмотрим по телевизору, там экран больше. А, ну да. Больше подробностей мы увидим. Ну да, хорошо. Ну что, ты там починил? Ой, подключил? Да, уже почти. Во, все, готово. Мы этот телевизор сколько, час собирали еще? Да, пока он заработал как следует, не меньше. Угу. Ну что, посмотрим запись. Включаю. А, вроде как ничего. А этот какой? У тебя нету мысли, то, что может это кто-то переоделся? Ай, уши закрывай громко!
А, отключай запись, Отключаю. А, пошли на улицу, у меня уши болят. Ай. Больно-то как? Да, не особенно приятные звуки. Что это? Что это было? Что это за фигня? Прям около... Не около, а прям в доме. Я думаю, что нужно будет поставить потом еще одну камеру, только уже скрытую. Да. И попробовать понять, что происходит. Да, а может это все-таки какой-нибудь хакер помог другому там, не знаю, какому-то... идиоту, который переоделся в призрака или что? Вы когда-нибудь видели идиота настолько худенького, чтобы под ним не гнулась трава? Нет. Ну, давай досмотрим запись, давай, давай. Я должен убедиться до конца. Мы не досмотрели запись. Так. Включаю. А, ушам больно. Ой, смотри, не полетел. Все, запись закончена. Запись оборвалась. А, подожди, ты сказал, хватит на 18 часов. Запись просто оборвалась. Нет, запись остановилась. Камера сама остановила запись. Почему, я не знаю. Блин, уже потемнело. Так, ладно. Оставим этот телевизор. Возьми эту камеру и поставь ее на ферме. Сходи пока сам, хорошо? Хорошо. Я тебя жду в доме. Ну где же он? Уже час прошел, ну как так? Так, ладно, я беспокоюсь, я лучше пойду проверю. Мало ли, что там творится. Где там? Томик! Алло! Томик! 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 Блин, камера есть, а его нету. Куда же он делся? Курица. Неужели он пропал? Неужели... Нет. Так, ладно. Что ж, надо сообщить, наверное, жителям. Хотя, что они сделают? Они сами напуганы. Так, ладно. Ох, блин. Томик, неужели я тебя потерял? А ты где был? Я тебя там обыскался на ферме вообще-то. Я там камеры ставил. В смысле, там было... Ну да, там было две камеры. Так вот почему ты так опоздал. Ну да, я пришел сюда и думал, что ты вышел куда-нибудь с жителями поговорить. Я пока телевизор переставил. Думаю, если не придет, пойду искать. А. Да, я испугался очень сильно. Я не знал, я думал, что ты пропал, потому что я не знаю. Так, ладно, предлагаю лечь спать. Потому что от этих нервов вообще капец. Да, кстати, она будет завтра, наверное, в магазин сходить, потому что у нас еды нету дома, а то я уже проголодался. Да, пожалуй, необходимо. Ладно, споки-ноки. Спокойной ночи. Томик. Томик, просыпайся. Доброе утро. Доброе. Хорошо. Так, ну ладно, пошли сразу на ферму, а потом в магазин. Да. Что ж. Надеюсь, этой ночью хотя бы все спокойно было. Так, давай у жителей сначала хотя бы спросим, может будет... Может, у них информация есть какая-то. Так. Здравствуйте, вы что-нибудь слышали этой ночью? Он ответил... Именно так. Они Хорошо. Ничего не слышали. Сейчас я еще у двоих, троих спрошу. Ага, я тогда пока на ферму схожу, а потом ты за мной. Я приходи. Туда подойду. Хорошо. Так,
Интересно, сколько там Том еще будет спрашивать. Блин, я же без Томика не сниму камеры. Томик! Да-да, я уже бегу. А, вот я тебя вижу, привет. Короче говоря, я что-то пришел, подумал, сейчас буду снимать камеру, вспомнил то, что я не умею. Так. Вот ты сюда... Ты, тебе, наверное, было тяжело сюда залезть. Да, я здесь вот так вот залазил. Долго и тяжело. Поэтому я вчера так много времени и потратил. Да. Снял одну. Так, просмотрим сразу, там можно на телевизор сразу две камеры подключить? Нет, две нельзя. А, жаль, ладно. Смотри, сколько тут куриц разбегалось. Вообще, очень много их тут. Видимо, им тут уютно. Все, я снял камеру, мы можем идти. Хорошо. Томик, ну, ты, конечно, суперски поставил камеру, дерево же все загородило. Нет, внизу кадра можно кое-что видеть. Но... Именно там шел призрак прошлой ночью. Ну, в принципе, да, но тут ничего нет. Просто запись так запись. Я вижу, сейчас... Подключу вторую камеру. Хорошо, подключай пока. Подключил? Да. Хорошо. Ну что ж, ни на одной, ни на второй нету ничего. Эта да. ночь была спокойна. И местные жители сообщили нам то же самое. Ну да. Ты прав. Может, все-таки нас все-таки пранканули как-то, так сказать. Ну, я пока еще не видел людей, умеющих летать. Ну да, ты прав все-таки. Как можно во время прямой записи сделать спецэффекты? Ты прав. Все-таки это что-то сверхъестественное. Думаю, нам надо сходить в магазин сейчас, потому что на тощий желудок мы думать много не сможем. Да. Так, давай у местных спросим, где тут продается еда, у кого? Так, что у вас продается? Так, нет, у вас не то. Нет. Но они тут не продают, они тут только меняются. Они тут вообще не продают. Так, я тебе, Томик, я предлагаю сходить в город и купить нормальной еды в нормальном магазине. Да. Так, ну что ж, идем домой. Кстати, рыба... По запаху свежая. Так. Будешь морковку? Буду, пожалуй. А яблочки будешь с хлебчиком? Ну, давай. На, морковку я тебе вот положил. Взял? Да, спасибо. Ох, опять темнеет. Мне кажется, или для нас начали сутки быстро пролетать? Ну... Все время забот полон рот, поэтому и быстро сутки пролетают. Угу. Предлагаю поставить сегодня одну камеру. Угу. И схожу я один. Ну не знаю, я как-то волнуюсь, когда ты один ходишь. Так, я не доел, я положу. Через 2 часа я буду. Я постараюсь камеру поставить. А почему ты так долго? Ты ведь сказал то, что одну теперь поставишь. Ты что, хочешь его куда-то высоко вообще поставить? Да. Ты уверен, что у тебя получится? Я постараюсь. Хорошо, если что, звони. Хорошо. Так, куда же поставить камеру? Он не должен ее заметить. Так. Наверху он ее рассмотрит. Или оно ее рассмотрит. Здесь нет. Здесь слишком все это заметно. Если бы ее поставить. Фу, опять в паутину вляпался. Какая она гадкая. Если только попробовать камеру где-то
Так, кажется, вот здесь самое хорошее место. Сейчас посмотрим. Обзор отсюда отличный. Там, правда, дерево немножко закрывает, но оба входа видно. Хорошо, значит, сюда и поставим. Да, под вот таким ракурсом. Вот она смотрит прямо в серединочку. Ничего. Ладно, продолжим. Что-то резко жарко стало. Ой, горим! Фу. Но откуда? Ни я, ни мой напарник не курят. Да и не могло так долго не загораться. Проводов здесь нет. Странно. Ой, странно. Так, видимость хорошая. Ой. Ой-ой.